Итак, у нас в маленькой коробочке находится флаг. Коробочке не надо, наверное, показывать, что он флаг находится. Нет, почему? Флаг в коробочке, это все новенький. Нет, он не новенький, у него история уже достаточно интересная. Он побывал в Индии, он побывал во многих странах. В Берлине его еще не было. Но это я показываю, какой он красивый, аккуратный. Без складочек пока еще. Да, я помогу. Я его пристрел. Мне надо тренироваться его держать. Я хочу, перед тем, как его отправить, хочу спросить, куда он в этот раз отправляется? Он отправляется в Германию, в город Берлин. Go to Berlin. А с какой миссией вы едете в этот город? Мы едем на конкурс Европа Брикс, ежегодный конкурс радио и телевидения от Радио России с программой Аурум Нутили, бесполезное золото в английском варианте Useless Gold. Смотри, флаг уже показывает, собственно, цвет золота. Да, И на нем, как бы, пожелание трех медалей перевести, я так понимаю. Ну, вот за главный приз будем бороться. Ну, собственно, держи, я его передаю. Не, да. Держи, я буду его складывать в твоих руках. Так. Собственно, это и будет актом передачи. Акт приемки передачи, я бы сказала. Так, его можно сложить, потом можете переложить. Подожди, как-то. Служу чувашскому народу. Это сильно. Кстати, надо формулировку применять. Удачи, успехов. Спасибо. Все.